Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в Китае, я так понял, произошел релиз игры Brawl Stars и добавили очень интересные акции, которые мы сегодня с моим сыном проверим. Привет, Данил! Привет! Привет! Поставь лайк, подпишись на канал. Давай, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал. Короче, сегодня мой сын Данил будет открывать китайские ящики. Посмотрим, что он с них выбьет. Откроет на всех моих твинках, у брата, короче, все сейчас. И у него тоже есть аккаунт. Везде сейчас пройдемся и посмотрим, что где выпадет. Начнем с моего проекта «Путь рангов». Итак, сыночек, ты готов что-то? А, ну конечно же, дают бесплатно новый скин на Джесси. У нас, ребят, экран немножко, видите, планшет вот этот, мой тот планшет не дома. Вот, короче, сейчас мы купим, о, 150 очков силы. Ха-ха-ха. Сейчас тоже надо вот это, кстати, потратить на что-то. А на что потратить, я даже не знаю, может на Нани потратить. Я думаю, что на Нани потратить, или на кого бы на потратить, на Джина. Джина тоже надо апать, да давайте на Джина потратим, потому что вот туда. Ты меня кривляешь? Ладно, забирай. Ура, нам выпал. 2-5. А, ты хотел, да? Окей, я тогда заначу, и ты открываешь. Готов? Да. Ребята, поставили в этот момент лайк, подписались на канал. И, кстати, если вы тоже хотите донат и не знаете, что надо делать... Друзья, вы очень часто меня просите в комментариях, пожалуйста, холдик за донат, мне давно не падают леги. Зачастую я эти комментарии просто игнорирую. Но сейчас есть то самое время, когда реально донат можно попросить и получить бесплатно свои гемасики. Вы, наверное, спросите, а что же нужно для этого сделать? Да все очень просто, ребят. Первое, перейти по моей ссылке в описании и скачать TikTok. Второе, найти меня по нику HoldyQQ и подписаться на мой аккаунт. И мало того, что вы автоматически станете участником всех ближайших конкурсов, так еще будете иметь возможность регулярно получать гемасики, а также следить за моим контентом в ТикТоке. И вдобавок, все, кто зарегистрируется в ТикТоке впервые, ждут отдельные бонусы. Ребятки, проверяйте, чтобы у вас ТикТок был скачан на новом устройстве, и тогда вы будете сразу участвовать в моих всех конкурсах. Новые персонажи, новые акции, новые скины, все это буду разыгрывать совершенно бесплатно. Подобный ящик я не вижу смысла разыгрывать, так как это всего лишь $3. Как только появится какая-то крутая акция, среди тех, кто подписан на мой ТикТок, сразу будет розыгрыш. Поэтому обязательно скачивайте и пользуйтесь. Ну что, на, Данил, открывай. Да. Нажимай. Так, стой, попроси лайк поставить и подписаться. Да, все, поехали. Так, ничего, да? Давай следующий. Стой. Я просто покажу, что это он открывает. Давай, поехали. Так. Так, стоп. Стоп. Опа! А что это? Еще один? Еще один? Серьезно? Давайте купим его, посмотрим. Я немножко не понял, почему две акции. Ну да ладно, давай. А ну, Никита, Даничек, открывай. Открывай давай. Мем ТикТока, блин. Ух, поехали. Так, второй сундук. Дать. Ну, лайк не поставил кто-то. Лайк поставь. Лайк. Так, хорошо, смотрим. Стоп, тихо. Появится еще какая-то акция. А ну, все, больше акции нету. Ты маму встретишь? Я пока перезайду на твой аккаунт. И приходи, мы откроем сейчас здесь сундуки. Так, покажи, что ты принес. Что у тебя тут? Я малинка. Это не малинка, это клубника. Это малинка. А ну, ам-ам. Вкусно? Ну окей, давай, открываем. Новая... Оу, стоп! Что за фигня? Давай, открывай. Это та же акция, только на другом аккаунте. 5 предметов. Так, поставьте лайк, чтобы было 6 предметов. Стой, не спеши. Давай. Ну, блин, не повезло. Ну, открывай, давай, я дооткрываю. Так, стоп. Так, есть, еще одну акцию купил. Поехали, открываем. 6 предметов, давай, 6 предметов. Не торопись, сейчас будет последний сундук. Мне надо лайк, подписка, чтобы вы... Ничего не выпало. Не будет ничего. Но мы можем за... Опа! А, ну тут нужны гемы. Блин, а гемов не хватает. Ну что, давай откроем еще один такой. На, открывай, сынок. Пробуй. Давай, 6... Нет, тут ничего нет, сынок. Сейчас я тебе еще один открою. Сынок. Последний. Давай, пробуй. Есть! 7 предметов там было только что!
А, я понимаю, там этот, скорее всего, там может гаджет быть. Ё-моё, как это страшно. Так, Никит, ну, Данил, ну давай. Первый, пошел. Второй, давай. Персонаж, давай, давай, персонаж. Ладно, ладно. Ну я, если честно, так... Опа, чуть-чуть, смотрите, за 60 гемов было, а мы не купили. Сейчас, короче, надо задонить. Так, сыночек, тут еще один сундучок откроем. Капец, 7 предметов, ты меня шокировал, если честно. Но я думал, новый персонаж будет. Открывай. Понятно, вкусно. Ладно, переходим на другой аккаунт. Кстати, гаджет выпал. Так, ну что, аккаунт с батла. Никитос, покажись в кадре, поздоровайся. Всем привет. Не видно, не видно. Да. Всем привет. Подписывайтесь на канал Никиты, ссылка в описании. И на инстаграм Данила подписывайтесь, ссылка тоже в описании. Данька там фотографии постит. Итак, донатим. На его аккаунт мы зайти не можем, потому что он находится на моем планшете, а я не помню там логин, пароль. Вот, но может быть как бы... Этот, вторую часть, если запишем, то откроем на его аккаунте. Ну давай, классай, кликай. Стой, не спеши. Да ну гля, ну попроси 6 предметов, а. Не. Попроси, чтоб лайк все поставили. Все, все, попросил, все, давай, открывай. 6 предметов, ах, нет. Сейчас, подожди, тут еще одна акция была. Тут две акции, так, сейчас я куплю ее. Ух, и деньжат мы потратились. Ну открывай, сынок, открывай. Надеюсь, хоть что-то ты выберешь сегодня. 5 предметов. Открывай, 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 там еще один будет. Так, давай. Да ну гля, ну ребят, вам что, жалко поставить лайк ребенку, подписаться на канал. Давай, шестой. Ой, третий. Ну что ж такое, что ж так не везет. Так, ну тут есть. Давай, нажимай. Не, стой, 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 мы откроем его чуть-чуть попозже. Мы же можем гемы потратить, да? Поехали. Давай. 6 предметов. Да! Ура! Там 6 предметов! Давай, открывай. Это не гаджет, потому что тут никто не покачивает. Давай, Данечка, там новый персонаж. Давай, давай, чтобы это было Лего. Поставь, подпишись. Лего! Молодец, молодец. Так, окей. Еще давай, еще. 6 опять! Фрэнк! Началось, все, все, подписались, поставили лайк, сразу все пошло. Открывай еще. Так, 5-6, что ли? 5-5. Стой, не торопись. Нет. Сейчас, еще открывай. Нажимай. 5. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Сейчас еще, еще, еще. Так, а ну, давай, нажимай. Блин, сейчас, секундочку, сейчас, сейчас мы еще выбьем, отвечаю. Нажимай. А, сейчас, сейчас будет. Не, ну два эпика подряд, это сильно. Нажимай. Да блин. Так, ну, ой. Нельзя так говорить. Ну-ну-ну, да? Все, открывай, сынок. Открывай. Ах, ладно. Последний сундук открываем, если ничего не падает, выбиваем мифика. Давай, открывай. Все, нету, нет. Тогда выбиваем мифика. Еще один? Ну да, там не на один, по-моему. Давай. Ну и набег ящик. Ах. Стой, 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 сынок. Так, получается один биг ящик. А если 80 гемов потратить, это 340 будет. Окей, давай, открывай. Ничего не выпадет. Да ладно, не, не будем, не будем. Мы просто откроем. Вот так, нажимай на вот эту зелененькую. На зелененькую, да. Ура! Смотри! Мистер Пи. Так, окей, и заходим на последний аккаунт. Последний аккаунт остался. Так, ну что, что у нас тут? Забираем подарок. Думаю, что что-то выпало. Ну да ладно. Покупаем двоя. Так, ну что? Кстати, это проект Никиты. Если интересно, на его канале смотрите. Перфекционист, да? Перфекционист. Ну, короче, посмотрите. Так, ну что, давай выбьем Никите. 6 предметов, Данечка, там будет персонаж. Эль Прима. А, у тебя новый, да, аккаунт? Я понял, давай еще открывай, сыночек. Может, такой грязный? Опять 6 предметов. Сейчас что-то выпадет. Карл! Так, хорошо, стой, тут еще одна акция. Сейчас я ее куплю. Ух, поехали. Ну, хоть Никите что-то падает нормально.
Ну как нормальная? Хоть новый персонаж. Не, ну два эпика подряд это тоже сильно. Так. И последний сундук. 6! Там будет новый боец. Поставьте лайк, чтобы это было Лего Доники! Дора, Так, окей. И давайте тогда еще вот этот ящик откроем. Зелененькую. Последний сундук. А, все, ничего не будет. Стоп, там еще хватает. Так что, открывать до конца, Никит? Давай, Данечка, последний. Ну ладно, все, беги. О, там 6 предметов, сыночек, открой. Просто открой. Смотри. Все, последний сундук. Нажимай, последний. 7! Боже мой, еще, там еще, сынок. Там еще открывай, еще один. Все. Это просто, чтобы вы понимали, это новый аккаунт, он недавно создан. И только что сюда Данил выбил эпик, мифик, сверхредких и редких. За 2 акции. Ну вот этот аккаунт самый везучий. Короче, если вам ролик понравился, вы хотите какие-то открытия с минипека еще, обязательно подписывайтесь на его инстаграм, ссылка в описании. Ставьте лайк этому ролику. Попроси лайк. Подписывайтесь на канал моего брата Никиты. У него этот проект перфекционист. Не видно. Не видно тебя? Да. Ну какой. И все, на этом буду завершать. Скачивайте ТикТок по моей ссылке, дабы участвовать во всех конкурсах и получать донатики на стримах. Всем удачи, всем до новых встреч. Всем, друзья, пока.